Ребята, перед началом ролика хочу вам порекомендовать сайт foclash.com. Это полезный сервис, где вы можете продать свой старый аккаунт, приобрести себе новый по доступным ценам. И, кстати, это все безопасно. Сайт этот проверенный, это сайт моего знакомого. Также можно здесь открывать сундуки, пополнить и приумножить свой баланс. Поэтому, ребята, ссылка в описании. Переходите, ознакомьтесь с этим сайтом. Здесь много разделов, можно вот в развлечения, тут даже какие-то игры поиграть. В общем, ссылка на сайт в описании. Если хотите продать или купить аккаунт, обращайтесь. Привет, дорогие зрители, новый выпуск по Рояль, и сейчас я вам покажу отрывочек со стрима, где я прошел сам грант на 12 побед, покажу вам эту чудо-колоду. Ну, кто был на стриме, они просто видели, трешки летели одна за одним, я шел 11-0. В общем, сейчас вы все посмотрите, и даже вот сейчас я катал испытания, вот эта колода, кому интересно, и даже сейчас у меня вот 7-0, не знаю, как закончу это испытание, если пройду на 12, то открою в следующем видео сундук... Открою сундук в следующем видео на 12 побед. И также, смотрите, у меня в магазине еще есть сундучок вот такой вот. Если вам интересно, что в этом сундучке, ну, какая лего, вот, и хотели бы, чтобы я открыл на видос, то в следующий ролик, на следующий ролик я вставлю открытие. Если этот видос соберет 5000 лайков, вы подпишитесь на канал. В общем, ребят, все для вас. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и приятного вам просмотра. Привет, короче, 9-0, меня не бустили, зрители докажут, честное слово. Разве что могут написать, что у меня под столом бустер. Это не испытание на 20 побед, это, ребята, грант. 9-0, я в шоке. Я не знаю, получится у меня пройти или нет грант. Я никогда не проходил гранды на 12 побед, ну как, давным-давно. Вот. Но, блин, если 12-0 пройду... меня возьмут. Поехали в бой. На видос не надо ничего лишнего говорить. Тебе пека плачет, а на заднем фоне. Поехали. Так, цикл нормальный. Против меня Фредди. Фух. Потно. Потно. Я скажу, как работает моя колода. И как? Тут надо реально думать. Это пека. Не тут. Это пека, да? Да. А он, кстати, бревном мне специально, да, нанес урон, чтобы минус 2... Да. Блин, а чувствуется скилл какой-то от него. А так бы подумал, что он нуб какой-то, да? Что мне, ставить голема сейчас или крутиться до сборщика? Крутиться. Да, у тебя пека разнесет. Да потом просто тактика на x2 своя и все. Да уже смотри, сколько урона нет. А ну попробуй я громоверца сагрить на мегаминьона. Что это за мегамуха тупая? Капец, спасибо тебе. Кстати, нормально, да, я сделал? Сборщик. Повезло. Повезло? Принц красав. Запни. О, что ты не запнул? В смысле? Я был. Да я что-то думал, что добьет. Пересмотрите тактику. Да что? Не получилось сделать так, как я хотел. Еще принц сейчас вперед выйдет. А может и не выйдет. Ты что, кидаешь через задний? Не повезло. Кинь его, мог слева. Может еще зап. Угу, запни. Да не надо, блин. Тогда выжил бы принц белый. Да я все равно вышку сношу, вы что, слепые? Ладно, не учи. Тут, в принципе, можно любые карты кидать. Я не знаю, что сейчас делать, реально. У меня такой неудобный цикл в руке. Как всегда делаешь, карты накидывая в одну сторону. Делай то, что я делал всегда. Вот и все. Можно просто один момент. Не, можно просто один момент поставить на реплей, вот и вся игра. Да. Все бои одинаковые. Блин, а я мог бы справа не потерять башню, а в итоге потеряю. Может, все-таки ее задефать как-то? Или не надо дефать? У него есть яд, бревно и шахтер. А, ну да. Ты задефаешь. Тупая идея. Блин, Коль, что-то не то. И не получается мне его сделать по своей тактике. На него хатка. Сейчас тебе вообще уже помолил. В смысле? Ты хочешь сказать, что моя тактика теперь не сработает? Я в этот момент нет. Ему нужно яд на дефки дать и бревно, тогда ты отсосешь.
Не хочу этого делать, что ты сказал только что. А он так и делает. Во, хорош, умный чувак. Но что-то им не помогает это. Добавляй. Так. Охреть, он вроде правильно все делает, не может удержаться. Я не знаю, читерская колода. 10-0, пацаны. Пацан все делал. Доктор прописал. Кристал даже не понимает, что происходит, как у меня получается так играть. У него 6-100, 6-200. Ну, так он выиграл нормально. Ребята, смотрите, 3-1, 2-1, 2-1, 3-1, 1-0, 1-0, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0. Там не важно, что было до этого. Осталось 2 победы, и я прошел грант на 12 побед, серьезно? Скриншот. Зарекайся. Ну блин, я должен пройти грант на 12 побед. Фух, так. Ни хрена себе. О, это я тот самый. Фабита из ЦГСК. Так. Еще 2 победы осталось. Блин, Poison. Это плохо. Это намек на то, что ему не нравится мой сборщик. Это походу... Кладбище, возможно. Да, это кладбище. А может это бридж спам? Нет, это кладбище. Блин, ну на самом деле кладбище вроде выигрывал, но... По-разному. Тебе драконом... Дракон или темный принц на кладбище нормально. Блин, мне бы одну карту слить и поставить сборщик. Хороший ход. Ты слышал, что я сказал? Мне бы одну карту слить. Могу бы торнадо кинуть на грамверсии. Может ставить уже голема? Ну, ставь. Он сейчас кладбище кинет как раз. Тогда не буду. Ты меня испугал в последний момент. И ты, походу, прав. Давайте попробуем сейчас задефать. Ух. Чё там по эликсиру? Нормально дела? Угу. Кто уйдёт? Он. Блин, а мне сейчас дефать будет нечем. Если он сейчас с кладбищем зайдёт. Кинь торнадо сейчас на грамверсии. Я не умею, Коль. Ну попробуй, попробуй. Ты еще через 1000 лет будешь. Ну я правильно сделал? Да, ты правильно кинул. Ну правда очень поздно. Через 1000 лет. Я просто прицеливался. Я походу 10-1. Понимаешь, когда кладбище активировал главную вышку... Да я знаю, она вообще не наносит урон. А сейчас ты взял и просто дал подобие своему. Ты так говоришь, как будто я специально это сделал. Мне надо, чтобы он кладбище использовал. О! И все. Сейчас у него не хватит дури задефать. Хватит. Кинул бы ты зап на муху и копеечку, который бьет вышку. Ну да, да. Да сейчас попытаемся что-то сделать. Он Poison потратил, все. Сейчас попытаемся сделать то, что всегда. Да. Бревно... Ой, торнадо. Так. Ты хорошо кидаешь торнадо на своего горем под дракончика. Вот это лучше всего. Это сарказм или нет? Ну ты только это умеешь делать. С торнадо. Да ладно, 11-0. Что происходит? Я не понимаю, что происходит. А ты пробовал в этой декой 20 проходить? Да, я же говорю. До 10 не доходил. Нет, как это? Я 17 побед с ней сделал. Один раз. Я прошел грант? Или я сейчас 3 поражения подряд сделаю? Последний поединок. Второе это. Ну, в любом случае, если сделаю 3 поражения подряд, я это выложу на YouTube. Просто, ну, это надо быть полным неудачником. Идти 11-0. Неудачная попытка, шел 11-0, теперь 11-2. Ну, знаете, как оно бывает. Ура, как. У него рекорд 6000. Капец, я арбалеты выносил все на... в испытаниях.
Не знаю, как я сейчас проиграл. О, боже. Последний поединок. Сейчас решится моя судьба. Сделаю я 12 побед или 11-3? Удачи. Вот у человека судьба. Сделаю 12 побед или нет. 24 года. И все. И если я не сделаю, моя судьба просто... Ну, я не знаю. О, это Хок с пламенем. Я типа сейчас обрадоваться должен. А что ты не причинал Хок к вышке вовремя? А ты меня торнадо где-то видишь? Где он бы на сборщика да загрузил? Блин, ну, это чувствуется скилл. Он бревно потратил на сбор. А там можно кидать, чтобы это не агрился. Ваня так не умеет. Я так не умею. Че у него там для дефа? Страж он потратил. У него пламена еще есть. Я это знаю. У него вроде еще щенки есть. А, это другая дефа. А, это другая дефа, понятно. С торнадом. Да, отлично. Яд торнадо. А чё, у него ракета, да? Яд. Ракета, да, яд. Ты спросил? Так, сейчас надо подумать. А ты, кстати, если можешь. Ставить голема? Ну, поставь. Нет. Нормально, вовремя. Стягивай. Только аккуратно, ну не стянет сейчас, мне кажется. Да чем стягивать, торнадо нету? На. Он сейчас просто кинет палача, яд и торнадом стянет, и все. И твоя атака накрылась. А у меня типа торнадо нету, да? Если он яд не кинет, ты пройдешь. Да ему не хватит на яд еще и на брех торнадо. Сейчас. Во. Вот он затупил сейчас. Кто затупил? Тальварика не было, скорее всего. Да он не может задефать меня, как он меня задефает? Он бы кинул просто яд, торнадо, бревно, и ты бы слим бы. Не, ну с ядом может быть и задефал бы. Ну это поздно он сделал. Да, трёшка. Боже мой. 12 побед, ничего себе. О боже, о боже мой, я сделал, я аж заикаться начал. Ну блин, ну так вот было испортить стату, идти 11-0 и закончить 12-2. Ну ладно, неважно, я это сделал. Ну эта колода реально читерская. 12 побед. Слушайте, а все-таки на пользу пошли мои каточки в новом испытании. Вы видите, что... Блин, спасибо Елисею за колоду. Ну что, поехали выбьем Легу, и я погнал, ребят. Так. Мне, кстати, уже падала сегодня принцесса. Так. И... Угу. Дайте хотя бы эпик нормальный. Армия скелетов. Ладно. Нормально. Будем теперь катать гранды. Вот колода, кому интересно, которую я прошел. Ребят, колода вообще не требует скилла. Вообще. Ну, вы сами видели, что тут. Все, я хочу сказать всем спасибо за просмотр. Пожелать вам удачи, хорошего вам настроения. И ждите мои новые выпуски. Скоро будет еще много чего интересного. До новых встреч и пока.